Здравствуйте, дорогие жители Торонто. Я даже не знаю, как вас правильно называть. Торонтовцы. Торонтовцы. Смешно это звучит. Здравствуйте, дорогие жители Торонто. И даже, можно сказать, русскоговорящие жители Торонто. И украинскоговорящие жители Торонто. И говорящие на всех языках, приехавших сюда из нашей необъятной. И я хочу поприветствовать вас и поблагодарить за тех, кто приходит на концерты, те, кто были на концерте, и сказать, что мы сюда приезжаем с радостью, с огромной, и не потому, что нас может удивить Канада, мы уже здесь не первый раз, а просто повидаться. И уже даже у меня вчера был концерт в Нью-Йорке, вы знаете, ну просто такие уже родные люди, вот и здесь, и в Нью-Йорке, родные люди, которых я уже знаю столько лет, и столько лет мы знаем друг друга. Поэтому это уже такая необходимость, ну, как прийти в гости к близким друзьям. Вот я приехала сюда, почти в гости. Приходите на наши концерты. Это я говорю не о себе только, а обо всех, кто приезжает сюда, потому что обидно приехать и видеть неполный зал.